Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Disassembly. И сегодня мы с вами разберем вот такой вот легкий боевой вертолет. Смотрите, он оснащен миниганами с двух сторон, и также тут есть вот такие вот ракетные установки. Плюс, смотрите, друзья, дополнительно тут на этой площадочке, привычной нам уже, стоит вот такой вот самолет-истребитель, и, судя по всему, он здесь стоит только для того, чтобы мы опробовали вооружение нашего вертолета. Давайте сейчас, наверное, вооружение как раз-то и протестируем, друзья. Как всегда, у нас имеется вот такое вот меню управления. Ну, давайте попробуем захерачить ракетами. Я не знаю, долетят они до истребителя или нет. Мне кажется, не долетят все-таки. Но стоит попробовать. Давайте отдалимся, чтобы не оглохнуть. Тут звуки очень громкие, даже несмотря на то, что я на пятерочку уменьшил звук. Так, поехали, друзья. Ну, такое себе. Даже не слишком громко было. Да, все-таки нам придется немного подлететь. Ну-ка, давайте испытаем в таком случае и миниганы наши. Ой-ой-ой, вот это минус суши. Сори, кто оглох. Это прям как звукорежиссура в некоторых фильмах, где спецэффекты слишком громкие, а голоса, наоборот, слишком тихие. Итак, друзья, давайте же попробуем поднять эту махину в воздух. Ну-ка, давайте даже усядемся в кабину пилотов. Вот так вот сядем, смотрите, тут у нас все есть, все индикаторы и так далее. Кстати, не такая же размытая текстурка. Даже такое ощущение, да, тут даже все объемное, смотрите, все датчики. Ничего себе. Я думал, они, как всегда, сплошной текстуркой все запихнут. Но нет, все объемно. Потрясающе. Давайте присаживаемся. Вот так вот поудобнее. И сейчас попробуем взлететь. Так, погнали. Аккуратненько взлетаем. Я надеюсь, камера будет перемещаться вместе с вертолетом. Лопасти вращаются, да. И мы вот таким вот образом, друзья, взлетаем. Не знаю, смогу ли я попасть в самолет. Выпускаем ракеты. Недолет, еще раз рулю. Да твою мать, ты сквозь самолет стреляешь. Да. И сейчас будет, друзья, не очень приятная ситуация, потому что мы разобьемся. Хотя мы можем резко вот так вот сменить позицию. Резко отлететь назад. Ладно, давайте разобьем об стенку чуть попозже наш вертолет. Давайте все-таки попробуем в этот странный истребитель попасть. Что-то как-то странно. Может, просто сядем аккуратненько? Почему бы и нет? Мы можем также развернуть наш вертолет. Так, давайте тихонечко выровняемся, зависнем в воздухе. Вот, и приземлимся. Аккуратненько, смотрите. Вроде неплохо получается. Потихонечку. Сейчас захерачим снова ракетами. Да, отлично. Ничего даже не отвалилось, друзья. Лопасти до сих пор вращаются. И ракеты пошли. Да что за говно? Они просто сквозь пролетают. Ладно, давайте снова немного взлетим. И попробуем повернуть слегка в сторону наш вертолет. Видимо, неудачная позиция. Давай. Взлетай. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хвост главное не сломать. Так, и немножко вот мы повернули вертолет наш. Теперь-то ракета точно должна в центр залететь этого сраного истребителя. Ну-ка. Нет? Да вы серьезно? Ну, да, не совсем в центр. Придется снова повернуться. Но нет, наш вертолет развалился, потому что я вместо того, чтобы взлететь, просто наклонился назад. Вот и минус пол вертолета, друзья, 127 деталей осталось. Ладно, давайте перезапустим, я все-таки хочу попасть, блин, этими сраными ракетами в сраный истребитель. Я его просто ненавидеть начинаю. Поэтому я теперь считаю своим долгом расфигарить этот истребитель. Так, поднимаемся, тихо-тихо, не спешим, чуть-чуть поворачиваем. Вот так вот приблизительно. И теперь можно попробовать, или нельзя, выстрелить. Да блин, такое ощущение, что попадаю, они просто... Ну, сквозь крылья точно ракеты пролетают, вы сами все видели. Так, приближаемся, медленно, но верно. Так, ну тут понятно, окей. Тут не попадаю, хорошо. Взлетаем снова. Можно спамить этими ракетами. Не хочу просто использовать миниганы, потому что мы снова все оглохнем. Так, ракеты. Плохо, ракеты. Но вот сейчас-то точно было попадание. Вот так посмотрите на это говно. Так, хорошо. Отлетаем. Снова немного разворачиваемся. Тихо.
Надо все-таки по центру попробовать попасть. С помощью ракеты. Да куда ж ты улетел-то? Гребаный вертолет. Вертолет я уже тоже начинаю ненавидеть. К слову. Ну, наконец-то, друзья, прямое попадание ракеты. Смотрите, развалился пополам просто истребитель. Так, мы тихонечко приземляемся и довольны работой своей. Будто мы его распилили пополам. Посмотрите, и пенопласт. Ну, очередная техника из пенопласта. Так, и это нам не засчитывается в детали. Нам нужно разобрать именно этот вертолет. Ну, а сейчас мы с вами произведем небольшой краш-тест. Многие этого ждали, я думаю. Расхерачим вертолет об стенку. Погнали. Так, столкновение. Просто лопасти развалились. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. И развалился наш вертолет. Он даже загорелся, смотрите. Давайте подождем, пока он потухнет, и начнем разбирать все, что здесь у нас осталось. На самом деле много деталей, смотрите, 108. Всего лишь 40, от 40 деталей мы избавились таким вот образом. Хотя он практически подчистую развалился, на первый взгляд. Но, видимо, нет. Так, ну ладно, поехали, друзья. Будем разбирать. Так, для начала осмотрим корпусные вот эти вот детали. Их разъединить вроде как нельзя. И будем, как всегда, откидывать ненужное в сторону. Ну, смотрите, снова левитирующие детали, как мы любим. Так, это можно выкинуть. Это тоже можно выкинуть, хвостик. Да, все эти корпусные детали, я думаю, можно раскидать уже сейчас, чтобы они нам не мешали, потому что их разобрать никак, распилить нельзя. Они просто на кусочки сами развалились. Лобовуха в дребезги, естественно. Тоже это мы все можем выкинуть. Так, а вот эту раму можем как-нибудь разобрать? Разъединить здесь что-нибудь? Судя по всему, нет. Блин, действительно не верится, что вот здесь вот 108 деталей. Так, миниганчик, друзья. Разбираем. Смотрите, вот такой вот шестиствольный пулемет. Или сколько здесь стволов? Даже 8 стволов. Так, и FPS проседает. Первый раз у меня такое, на самом деле. С этой игрой в первый раз FPS проседает до 20 аж. Так, все это мы разбираем. 105 деталей. Ну, не знаю, будем надеяться на лучшее, что ничего не провалилось после столкновения нашего вертолета со стеной. И мы сможем найти здесь эти 100 деталей. Так, ну, больше я никак его разобрать не могу, так что мне кажется нормально. Можно откидывать снова в сторону. Наша ракетная установка. Посмотрите, все покатилось. Так, здесь мы тоже ничего сделать не сможем. Блин, смотрите, уже маленькая конструкция остается, а у нас 102 детали еще. Что-то многовато как-то. Я начинаю переживать снова. Так, вот здесь вот можно было разъединить. Отлично. Надо прокликивать, наверное, некоторые вот такие вот цельные детали. Конструкции. Может, и здесь я что-нибудь пропустил? Да вроде нет. На планшете, наверное, удобнее прокликивать. Просто тапами многочисленными. Так, ну давайте смотреть. Это что у нас, пулеметная лента? Или что-то на нее похожее? Да, похоже на пулеметную ленту. Ее мы выкидываем. 100 деталей уже ровно остается. Давайте, наверное, сверху начнем. Вот здесь вот эту конструкцию разберем. Можем мы что-то еще сделать? Судя по всему, нет. Тогда выкидываем, выкидываем. 97, 96. Ну, не знаю, у меня все равно до сих пор смутные сомнения терзают. Так, вот эту вот конструкцию мы сможем вроде как разобрать или нет? Да, сможем. Отлично. Хорошо, что сейчас заметил вот эти вот мелкие детали под лопасти. Мы их убираем, и 90 уже деталей остается. Так, выкидываем. Все, больше мы сделать ничего не сможем, вроде как. Да, почти. Прямо болт какой-то, смотрите. Издалека, если смотреть, получился. В итоге, так, 88 деталей, друзья. Может быть, мы исправимся. Ну вот, смотрите, здесь, как оказалось, много мелких вот таких вот деталей. Только они не считаются, твою мать. Я уж обрадовался. 88 как было, так и осталось. Ладно, мы все равно все это разбираем. Звездочку берем. Разъединить мы ее не сможем.
Судя по всему, не представляется такой возможности. Ну ладно, давайте продолжать. В общем, сверху будем Эй, ты куда поехала? Стой! Деталь куда-то уехала, друзья. Так, тихо, стой на месте, успокойся. Я пытаюсь тебя разобрать. Судя по всему, мы ничего с ней сделать не сможем. Может, долбануть как следует? Ладно, езжай куда хочешь, потом найду, если что. Смотрите, она подскакивает. Так, все, продолжаем. Сверху вниз, как и запланировали. Это забавно, конечно, выглядит. Теперь эта деталь по всей карте катается. Ну, что-то приуныло. Нет, смотрите, продолжила свое движение, хотя я не дотрагивался даже. Она как-то балансирует, смотрите, с помощью вот этой вот пластины наверху. Ну ладно, не будем мешать. У нас ведь питомец появился. Я схожу с ума на самом деле просто. Так, вынимаем остальные детали. Сколько там уже? 82 осталось. Ну, не знаю, можно, конечно, поверить, что здесь куча всего. Еще панель вот эта вот. Давайте ее тоже будем вынимать. Так, может быть, мы как-то с ней сможем дополнительно взаимодействовать. Блин, смотрите, тут даже все разбилось к чертям собачьим. Ну-ка, кнопочки мы понажимать уже не сможем. Нет, к сожалению, не сможем. Выламываем все рукоятки, кнопки и так далее, все элементы управления. Там сзади огнетушитель, что ли, стоит, да, лол. Смотрите, можем взять огнетушитель, снять. Жалко, мы его использовать, скорее всего, не сможем. Ну-ка, давайте попробуем закликать его. Нет, к сожалению. Может, он рванет еще, если мы его долбанем как следует? Не, нифига. Ну, вряд ли он вообще сможет пополам как-то развалиться. Да, ничего с ним сделать мы не можем. Так, окей, 74 детали, друзья, у нас тем временем остается. Давайте продолжать все выламывать. Так, кресла потом пойдут у нас. Для начала все элементы управления. Так, ой-ой-ой-ой. Я не это хотел сделать, хотел попробовать по одной кнопочке выламывать. Но получилось, как получилось, друзья. Так, мы можем здесь что-нибудь дополнительное еще снять? Да. Отлично, снимаем. 68 уже тем временем деталей. И конструкция, ну посмотрите, какая конструкция осталась. И здесь 66 деталей. Мне кажется, что-то я еще пропустил. Мне придется в этом дерьме копаться. Ну, либо действительно под землю что-то провалилось. Мне до сих пор не верится, что мы сможем 66 деталей найти в этой оставшейся конструкции. Так, ну все, здесь больше мы ничего сделать не можем. Это точно. Можно тогда уже приступать к креслам. Делаем вот так вот. Дополнительно их никак разъединить нельзя. Тут даже ремешки, смотрите, объемные. Они текстурой нарисованы. Или нет, или мне кажется. Да, объемные, смотрите. По крайней мере, вверху. Ну-ка, давайте на свет как-нибудь развернем. Ну да, тут и текстуры есть, как вы видите. И также объемно выполнены ремешки. Моделькой. Практически уже закончили, 32 детали остается. Ну, тут каркас еще был. Тут еще можно понять. Так, давайте дальше. Идем, делаем вот так вот. Постоянно застревают какие-нибудь детали обязательно. Так, с этим ящиком мы сделать ничего не можем. Ну, блин, 30 деталей, друзья, смотрите. 30 деталей. Вот здесь вот, как вы считаете, есть 30 деталей? Мне кажется, нет. Так, опять мы ничего не сможем дополнительно изъять. Так что переходим дальше к нашей конструкции. Ну, может быть, там еще балки от каркаса остались? Нет, вроде как нет. Тогда не знаю, где здесь можно найти 30-29 деталей. Так, давайте разбирать, короче, все, что видим. Делаем вот так вот. Ну, тут ничего разобрать дополнительно нельзя, опять же. Ну и все, на самом деле, тут 2 от силы 5 деталей, наверное, осталось. 27, блин. Так, вот днище уже разбираем. Тут ничего с этой стороны нельзя снять. Вот еще балочка осталась, но она всего лишь... Нет, даже 2. Хотел сказать, всего лишь 1. Ну и все, вот и вся конструкция. А тем временем 24 детали осталось. Так, может, еще тут что-нибудь прикреплено? Да нет, это уже я раскидал. Можно попробовать самолет все-таки разобрать. Так, это вообще цельная конструкция, что ли, осталась? Последняя.
камера вместе с ней двигается. Кстати, это раздражает, да хватит. Нет, таким образом стошнить может. Так. Во, отлично, нашел хоть что-нибудь. Сейчас попробую еще что-нибудь здесь найти. Еще парочку деталей я нашел. Но, блин, остается 20, друзья. Я не знаю, где их искать, понять не имею. Давайте попытаемся хоть что-нибудь сделать с самолетом. Он на самом деле развалился на мелкие кусочки. Может, шасси можно как-нибудь отделить? Шасси даже нельзя снять, честно говоря. Так что, наверное, это не самая лучшая идея. Может, не стоило вообще об стенку бить вертолет? Так, да, мы ничего с ним, с самолетом сделать не сможем. Честно говоря, ни одной найти не могу. Ведь осталось не две детали, не даже пять, а целых 20. Твою мать, где они здесь? Может быть, на кресле? Да вряд ли, я уже прокликал все кресло по 100 раз. Может быть, вот здесь, вот среди этого барахла? Да нет, вроде. 20, черт возьми, деталей, друзья. Я начинаю верить в свою байку о том, что... Действительно, некоторые детали провалились под землю. И, может быть, придется даже рестартнуть и проверить. Я, кажется, понял, друзья, что я пропустил. Смотрите. Вот так вот, оказывается, надо было сделать. Тут как раз, ну, не 20, конечно. Но что-то я еще пропустил такое, похоже. Может быть, как-то еще можно миниган разобрать. Так что зря я рестартнул, блин, ну ладно. Вот, снова остались две детали. Как раз в прошлый раз я эти две детали и не нашел, не считая детали из ракетной установки. Так что, что-то я пропустил все-таки. Надо более внимательно все изучить. Может, все-таки пулемет действительно можно как-то разобрать дополнительно. Я в этом не уверен. Так, друзья, я уже близок к победе. Одну деталь нашел. Это вот такая вот пластина. И осталась всего лишь еще одна, друзья, дополнительная. Прокликиваю вообще все, что могу, как сумасшедший. Но пока найти не получается. Так, это я уже прокликал. Здесь ничего разъединить не получится. Может, тут что-нибудь забыл? Все, друзья, нашел вот на последняя деталь. Ну, это посложнее, конечно, чем самолет. Самолет у нас сам рассыпался. И, наконец, мы разблокировали бомбу. Ну, давайте, как всегда, по традиции уже, просто взорвем нашу конструкцию, наш вертолет. Засунем, попробуем как-нибудь вот сюда вот вместо пилота бомбу. Ну-ка, ну, почти залезла. Давайте еще раз попробуем. Так... Во, отлично, друзья, залезла. Смотрите, замечательно. Уселась бомба. Теперь отдаляем немного камеру и погнали. Красота. Рассыпался весь наш вертолет. А куда сиденья, кстати, улетели, интересно? Я что-то их... А, вон они, рядышком там валяются. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.